Приехал, короче, батарею обслужить. Смотрим. Сейчас включу свет. Эта перемычка объелась. Эта перемычка тоже объелась. Так, где у нас? Здесь что-то все плохо. Там какая-то непонятная. О, гонщики летят. Мимо пролетел. Здесь, походу, провода от Тюмени стоят, от тюменского аккумулятора. Так, где еще? Где я что смотрел еще? Ну, в общем, как-то так. Бак немножко дырявый. Как обычно, на эксайдах нормальное явление. Где еще? Здесь вот бак немножко дырявый. Рядом с пайкой отваливается. Вот здесь еще бак дырявый немножко. Так. Это эксайд, это нормально. У них пластмасса плохая, а сами аккумуляторы очень хорошие. Сейчас будем починять. Короче, все, ребята, наработался я. Показываю. Не успел даже начать, как говорится. Херак. Все. Этот элемент полностью мертвый. Сейчас попробую светануть. Так, где он у нас? Вот. Наверное, плохо видно. Ну, там вот запчасти шевелятся. С клиентом решили батарею не разбирать полностью, а заменить только те перемычки, которые сгнили. Смотрим, какие только выводы, в каком состоянии. Это я их уже очистил щеткой, шуруповертом, щеткой. Сейчас мы красоту наведем, фрезернем, сами офигеете, как это все красиво. Так, ребята, смотрим красоту. Один нарезали, тут подрезали, почистили, здесь почистили. Здесь тоже второй нарезали. Третий нарезал. И еще один четвертый нарезал. Конечно же, здесь вот краешки такие, немножечко корявые, но это все равно лучше, чем было. Сейчас еще резьбу продую, там стружка осталась. А так, в общем-то, красота. Резьба подрезана, как у заводских. Точно так же. Здесь еще приходится манжету, верхнюю часть отрывать, потому что надо добраться до свинца. Сейчас все это дело зальем мовилем и соберем. Все будет четенько. Ну вот теперь можно приступить и к безответственной сборке. Только выводы смазаны мовилем. И в резьбу немножко капнуто обязательно. Всегда ломал голову, для чего нужны перемычки на 35 миллиметров сечением вот такой длины. Вот 35-ка. Плохо видно что-то. Вот длинная. Куда ее поставить? Это какое должно быть межэлементное расстояние? Какие должны, вернее, элементы быть по толщине? Показываю. Херак. А оказывается, это сделано для того, чтобы удобно было отключить один элемент, у которого отгнил только вывод. Короче, вот как-то так, ребята. То есть сейчас аккумуляторная батарея будет работать без одного элемента. Конечно же, перезаряд будет дикий, но ничего страшного. Здесь они уже все давно мертвые. Батарея 2007 года. Седьмой год. Эксайд. Так, ну сейчас проверяем работу ричтрака. Включаем зажигание. Все у нас запустилось. Орет какой-то ошибкой он у нас. Что-то непонятно. Но это не связано с батареей. Ключик горит. Сразу же индикатор заряда чуть-чуть показывает. Колеса рулят. Мачта. Ага, надо педальку поставить. Ногу на педальку, вернее. Все, понеслась. Все работает. Мачта отъехала. Мачта подъехала. Телевизор показывает. Че, прокатимся маленько? Понеслась. Ой-ой-ой, не в ту сторону.
переключаем ход, с руль крутим, индикатор показывает направление движения, это с руль, ездим боком. Так, еще раз. О, разгоняется нормально, мама, не горюй. Итак, ребята, еду домой. У вас наверняка возник вопрос, почему я так упирался с батареей. Вроде бы старая батарея, вроде бы уже все отслужило. Смысл ремонтировать только выводы. Здесь вопрос в другом. Есть такая интересная фраза. Талантливый человек талантлив во всем. Если проводить аналогию, то получается иная картина. Колхозник, колхозник во всем. Колхозить как-то не хочется, поэтому и даже на убитой батарее я сделал так, как необходимо это сделать. В общем, все, ребята. Спасибо за внимание. Желаю всем удачи. Всем пока.